Ох, как мы любим колясочки, да, девочки? Да, но лялик оттуда выкидывают, не хотят возить. Хотят возить просто колясочки. Ксюша, а где твоя коляска? Да, бери. Припаркованная. Прям движение. А шапку положила в коляску. Что-то новенькое. Я вчера им плала, выкидывается. А тут сама. Будь здорова. Ой, Милана коняшку катает. Ой, Марусенька овечку катает. Вот это да. Ой, какие у них ляли. Овечка. Коняшка. А Ксюша собачку катать собралась. Давай я тебе помогу. Подожди. Вот туда ее, да, чтобы не выпила. Вот собачка. Вот как. Вот, овечку у тебя, да, овечку катаешь. Ну вот, Милана начала, и все подхватили. Ну, собственно, ненадолго, правда. Что такое? Что ты ругаешься? Давай. Мне дашь? А, все, я должна положить. Вот, пусть он вот лежит, вот. Да? Причем она у нее в коляске лежала. Надо было, чтобы я именно положила. Ой, у Ксюши лошадка. У Миланы собачка. А у Маруси овечка. Что? Положить опять? Это же ты ее оттуда достала. Ну вот, пусть. Вот, катай маленькую. Все, зверюшек катаю на колясках. А давай Мишку. Да? Нет, овечка пусть будет. Ну ладно. Да, овечка. Итак, что мы имеем? Маруся катает коровку с овечкой. Милана лошадку с собачкой. А у Ксюши ляля. А лялю же катать надо. Вот так вот. Нет, ты куда пошла? Кто лялю катать будет?